Американский конгресс подавляющим большинством голосов преодолел вето Барака Обамы, настояв на принятии закона, который разрешает жертвам терактов 11 сентября судиться с властями Саудовской Аравии. Выходцами из этой страны были большинство участников атак на Нью-Йоркские башни-близнецы. Обама выступал категорически против законопроекта, как он говорил, из соображений безопасности. Ведь такой прецедент даст возможности другим странам предъявлять иски к американским военным. К тому же отношения США с Саудовской Аравией и так переживают не лучший период. Рияд уже пригрозил продать все свои активы в США, а это 750 миллиардов долларов. Конгрессменов доводы не убедили. Президентское вето они обошли впервые за 8 лет, которые Обама находится у власти.